Ну, я, кстати, туда по нашей стороне проползал до самого конца. Ну, голой бабы я там не видел. Саня у нас начинающий блогер. Давайте я это самое спродюсирую новую ютубовскую звезду. Валяйте, воды вот, принесли. Саня, мы погоняло-то. А? Воды, да, я два ведра налил. Отстаивается. Погоняло мы тебе еще не придумали. Но сегодня мы хотим снять это самое офигенный сюжет. Сюжет о наскальных надписях в овале, которые, возможно, оставили зэки. Возможно, да. И нет. Ну, мы посмотрим. То есть, судя по слухам, вот как старожилы рассказывают, Юрец у нас, Юрий Владимирович работает уже много-много лет. 280 тысяч да. лет примерно. Ну, не, столь, не настолько много, что он был знаком с теми, кто строил это здание, но все-таки он там бывал в этом овале. Да, и сам видел. Юра, ты видел эту бабу голую? Ну да, то есть видел. То есть свидетельское у нас есть показания. Сейчас и мы посмотрим. Мы пойдем искать ее. Всем бобра, с вами капитан Немов, и сегодня мы пойдем искать наскальную живопись, которую оставили строители при строительстве этого замечательного концертного зала имени Чайковского, который был построен в 40-м году. В строительстве этого здания принимали участие многие тысячи заключенных, некоторые из которых оставили свои надписи. Ты говоришь, даже говорят, что там есть голая баба, мы пойдем ее искать. Надписи и рисунки. Не работает карточка, нихуя. Одеть средства защиты. Так, вот такая маленькая дверца, туда Саня полез. А я за ним полезу. Понимаете, такой саундтрек, это не я подложил, не Саня подложил, это там оркестр внизу играет. Вот смотрите, это стеклянный потолок, это над залом. Вот это вот, как раз вот эта труба, вот она идет, короб вот такой, вокруг идет. Там находятся лампочки, которые мы включаем в перерывок. Вот. И именно в этой трубе где-то есть голая баба. Говорят, возможно, вот с той стороны. Вот там. Да. Вот там? Вон, там. Юр вроде сказал под нами прям. Он сказал, возможно, вот здесь. Ну, мы сейчас вот посмотрим, здесь, может быть. Главное нам найти дверку волшебную и пройти. Вот потолок стеклянный. По нему можно ходить прям по стеклу, блин. Запись есть. Вот это стекло, закаленное стекло. Оно, вот когда на него наступаешь, оно ломается вот такие вот штуки. А под нами вон там зрительный зал. Саня. Готов на... Ну вот это вот как раз дверка волшебная. В тот потаенный мир. Открываем засов. Я думаю, что это тех еще годов, наверное, сделать дверь. Потому что уж очень похож на тюрьму. Блять. Электричество кончилось. Погнали? Погнали. Давай я тебя поснимаю на этой дверке. Саня залазит в трубу. Мы пойдем вокруг. Так, всего-всего-всего. Давай, значит, смотри. Справа пойдем. Подожди, пока. Вот слева у нас самый короткий путь до самого конца. Там можно дойти до тупика, а потом уже в ту сторону сдавать. Ну, давай так. А тут не короче будет? Вообще до конца. Может быть, там кости или это замурованные пальцы торчат из стены. Я даже не знаю, начнется у меня приступ клаустрофобии, блядь. Сейчас я туда пройду, потом тебе камеру передам. Вот каска, видишь? Вот каска спасла меня. Вот мы дошли до тупика. Рисунков. Да. Есть. А, еще. Есть, вон написано. Да. Может быть, это свежий? Это, скорее всего, да, свежий. Потому что я помню, здесь был... Какая-то решетчатая такая. А, ну вон дата. Подожди, 63-й, 61-й, ага. 97-й. Тут, конечно, куча было ремонтов проведена. Какая атмосфера. Как в Титанике, бля. Пыль. Давайте посмотрим, какие надписи есть. Смотри. Вот написано. Жендос. К.
КВГ. Не знаю, что такое КВГ. Кожный венерологический. КВГ это 71-й. А Жендос 2016. Ёбаный рот. Это ж моя надпись, ёбта. Хочешь что-нибудь корябаешь? Давай. Корябал только не Октями надо, блядь. Наскрести. Все. Ну что, вот Саня написал, поставил, так сказать, след в истории культуры. Потом через десяток лет еще какие-нибудь долбоебы залезут сюда. Обязательно залезут. Кстати, вот смотрите, потайной ход. Здесь очень много, на самом деле, всяких разных потайных ходов. И говорят, даже есть специальная дверь, но это там... Возможно, даже клад где-то здесь. Скорее всего. Вот. Дверь, которая прям ведет в этот, в Кремль, там, туннель такой. Это что у нас? Цупков, ВВ. И Мингалёв тут были. Это же не мы первые, блин. Моисеев. Моисеев. Юра. Юра. Точно. Вот он. Смотри-ка. 97-й год. Вот Юра Моисеев, это вот как раз тот старожил, которому мы спрашивали про голую бабу. И золото парк. Ну что, значит, голой бабы здесь нет, мы пойдем в ту сторону. И вон туда пойдем. Мокро здесь вообще... На самом деле очень жарко от приборов, которые лезут над нами, под нами, в смысле. И очень душно здесь. Сален какой-то, кончален. Не датируются эти надписи почему-то. Это очень старая, потому что на штукатурке она прям вот, видишь, края такие. У нее заветренные уже все. Напкин. По-английски napkins — это салфетки. А, значит, это какой-то, видимо, потомок английских. Прокладки, салфеточки. Это, видимо, с английскими корнями какой-то человек был. Напкин. Вообще, в Москве был целый район англичан. Вот. Это в районе, кстати, находится, где... Большая консерватория московская, вот там англиканская церковь стоит, и там построены английские дома. Видимо, вот какой-то один из потомков сэра Напкина. Ну, пойдем дальше. Скорее всего, был бывший винный погреб сэра Напкина. Здесь, скорее всего, хранились длинные бутылки с вином, такие вот метра по три. Если туда заглянуть... Можно посмотреть, да, насколько далеко они. Тоннельчик в ад. Кстати, для комбинированных съемок можно снять, как будто туда человечек уйдет. Мне кажется, исследования египетских пирамид они так и снимаются, наверное. Ну да, а чего хуй, вот снял. Нахуй, блядь, куда-то ехать. Нахуй надо ехать, вот тебе туннель. Пожалуйста. Вот если вот так вот, то можно вот туда вот, хуяк вот так вот, блядь. О. Это робот. Сейчас. Дунька. И вот робот поехал. Робот отъезжает. Вот он. А, ебать. Духи. Хотят делиться тайнами, блядь. С гоями, блядь. Вот, ребята, короче говоря, проползли мы до тупика. Ну, так вот, смотрели по стенам, конечно, очень трудно здесь влазить на картах. И одновременно смотреть на стены, потому что, ну, это просто, блядь, невозможно. В общем, в этом секторе бабы нет. Сейчас мы сделаем вторую попытку, потому что первая попытка поиска голой бабы была вон на той стороне, вот. Мы прошли половину только этого тоннеля, вот. А эту половину мы пока еще не обследовали. И, кстати, в этой половине я еще сам ни разу не был с того момента, как стал здесь работать. Поэтому нам немного сыкотно. Сыкотно, пиздец.
вот она и дверь, за которой нас ждут приключения. Вперед, исследователи, блядь. Ай, блядь. Говорил, надо каску одевать, я уже... Индиана Джонс. Выебался головой. Опа. Наткнулись куда-то в тупик. Да-да, смотрим, что там. А, нам надо в ту сторону идти. Давай, посмотрим, что такое. Блин, музыку выключили, жалко. А вот опять очередные сокровища, да, здесь, скорее всего. Переход вот тот магический, который мы тоже там видели. Но на стенах здесь ничего нет, в принципе, все основные надписи. Нехуй тут делать. Остались там, вот тройка. Вот тройка. Возможно. З. Это было. Возможно, З. Ладно. Ну что, мы сперва мы пошли не в ту сторону, значит, пойдем вон туда. Вот, и сейчас там должна быть голая баба. Ой, блядь. Блядь, пиздец. Да ладно, не ссы, у меня фонарик есть, смотри. Оп. Во. Заебись. Ну, вон туда. Это духи. Первый, включи свет. Чё-то не слышит, скажи еще разок. Первый, я второй. Включай свет. О, заебись, дали свет. Ты же первый, я второй. Вперед! Так еще лучше. Это маленький видеоклип, ребята. Туда вы хуяч. Вот. Повторение. Мать учения. Вау, бля. Тут нормально, да, врезочка. Так, о, я нашел. Да? Бабу? Нет, тут какие-то символы. Почти что, ребята. Надпись хуй. Смотрите, Мадонна, блядь. О! С недоделанным младенцем. Нифига себе. Ебическая сила. Вот, собственно, наверное... Сейчас я, наверное, искать. Я включу свет на камере. Сейчас. Смотрите, мы нашли то, что искали. Да, ну вот, мы нашли вот ту самую Мадонну. Вот она во всей своей красе, вырезана здесь, прямо здесь, чьими-то добрыми руками. Вот она. Да. Это на самом деле потаенный артефакт, его очень, видело очень мало людей. И вы сейчас, ну, мы вам показываем эксклюзив, потому что да. Вы здесь когда-нибудь окажетесь. И мы вас не обманули. Не обманули. Разве что она не голая, но она есть. Ну, есть над чем работать, в принципе, можно завершить, так сказать, завершить. Да, но вот надпись «Хуй» тут ни к чему вообще. Хуй ни к чему, да. Мы нашли ее, ура! Индиана Джонс. Сокровища найдены, блин. Голая баба найдена. Опять видеоклип. Ну что, друзья, я думаю, наверное, хватит на. То есть вы посмотрели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, репостите. Это концертный зал имени Чайковского, ребята. Это хардкор. Хардкор по-настоящему. Не шуточки, блядь. Филармонический ужас.